Всем английского дождевого футбола, друзья, с вами FIFA прогноз, точнее футбольный симулятор прогноз. И как всегда в студии моего ведущий Роман Блинсков, Игорь Белоногов. Игорь, приветствую. По каким лужам сегодня будем бегать? По мягким английским газонам, ведь они такие прекрасные, замечательные. Манчестер Сити, Ливерпуль у нас сегодняшняя вывеска, я думаю, главный матч года, века, эры футбольной всей. Да. В общем, первое, второе место чемпионата Англии, одно очко отрыва. Ливерпуль, если победит, выходит лидер. И, в общем, интриг полно. Сити, если побеждает, то закрепляется на первой строчке. Вывеска интересная, коэффициенты еще интереснее. Перед матчем посмотрели, и если я скажу то, что мы немножко офигели, это, ну так, да, пожалуй, цензурно. Разлет следующий: на Манчестер Сити от 1.97 до 2.04, на ничью дают 3.70, 3.80, на Ливерпуль в него совсем не верят, 3.55, 3.45, почему, хотя вроде бы у нас все должны выиграть, куда, зачем, так, почему, твое мнение? После ЛЧ, может быть, уставшие... Это как сборная Швеции, да? Да. Вот, типа, вот сейчас бастуют то, что почему Польша прошла на чемпионат мира, они играли всего один матч, а мы играли два. Вот Ливерпуль, видимо, то же самое. Ну, наверное, сейчас. Других объяснений у меня вообще нет. Почему больше трех Ливерпуль. Ладно, будем думать. Манчестер Сити, Ливерпуль, который будет в красной форме играть, я так хочу. Очередной тур английской премьер-лиги. Английские газоны такие мокрые, потому что туманный Альбион, дождь постоянный, да и дождь на трибунах, потому что многие представительницы прекрасного пола ждали этот матч, и им сейчас восторгаются. Ух, Сити в атаку побежал, ты смотри, что делает, а? Фу. Вот уже и первый момент. На отскоке, а? Серьезно, да? Видел? Догони. Видел? Ничего, да, видел. Ван Диджикей стоит такой. Я немножко в сторону отойду, подвинусь, чтобы не мешать. Чтобы карточку не схлопотать в самом начале встречи. Ну, нравится сейчас, как играет Манчестер Сити. Там ее, Де Бруйне. Давай навес. Не-не-не-не-не-не-не-не. Эдерсон. А, Алисон. Эдерсон. Просто не походу. Мне не нравится Стоунс. Ты знаешь, сейчас прозвучало как-то немножко нелепо. Мне нравится Сити. Как будто это одно предложение. Дальний удар. Хороший. Давай добивать. Молодец. Алисон. Эдерсон. Контроль. И в дальний. Слушай, Матип ударил, кстати. Ну, моментов так-то на... А, у меня угловой, что это? Дурь моя. Давай! Выноси. Хорош. А, здесь никого. Ага, продолжим. Да... Ага, ну! Муа! 1-0. Какой-то... 1-0, Ливерпуль у нас ведет в счете. О, как хорошо было, а. Ты что, устал, что ли, что-то там, блядь? Добрый вечер. Добрый вечер. Где замена вратаря у меня? Это просто кошмар. У тебя не вратаря, у тебя тут защита прям посыпалась конкретно. Молодцы, ребят. Давай еще раз момент. Нет, вот этот... Нет, тут не в защите дело. Ну, здесь, ладно, в защите дело. Не, молодцы, ребят. Да чего такое? Че, 3-0, Фермино, хет-трик. Да почему Де Брюйне? Там Стоун за этого надо менять. 3-0, Роберто Фермино, и у нас перерыв. Допустим, ладно. Давай по статистике, давай. Потом поменяешь. Давай. Потом поменяешь, что у тебя там как будет. Нет, этого не надо. Сводка. Владение у тебя больше, ударов у меня больше, ожидаемых голов от меня больше ждут. Ну, вроде бы статистика равная, но по результатам
как-то оно что-то вот ну, совсем... Ну, у тебя четче реализации вообще не бывает в мире, по-моему. Наожидали на 3, 3 забил. Да. Да. Ну, супер. Давай, поехали второй тайм смотреть. Ну что, поменял? Да, спасибо, Джон Стоунс. Большой молодец. Может сидеть дальше отдыхать. Расслабляться, чилить. Чилить, да. Вот. А это что такое? О, вижу. Давай. Кевин Де Бруйне работает. Добрый вечер. Ну что, давайте вторым тогда что? Надо веселье делать. Надо камбэк. Тут как бы коэффициентом мы сейчас вообще не соответствуем. Ожидание! Ты чё? Это ворота проклятые или что? Понимаешь, вот что значит центрального защитника поменять, наверное. А, и, ну, и нападающие ну, резко начинают мере, играть, да? Мне очень удобно так думать, что это мои гениальные замены. Серьезно, да? Вот серьезно, мы 3-0 вели, а сейчас сели в оборону. Алло, Ливерпуль! Почему у меня на поле Атлетико Мадрид сейчас? Почему этот автобус тут? Не, ну Алисон, конечно, божий. О, ныряй. Спокойно. Сити просто тоже обрадовался, что Джон Стоунс с поля убрали. Теперь поиграем. На веселье, да? Мамка домой загнала кушать. Теперь игра пойдет нормально. Слушай, ну у тебя вон передача, точность прям вообще бодренько. Вообще все по-другому. Я не знаю, что поменялось. Но я, конечно, еще и... Да я вообще не могу выйти за половину поля. Ну сейчас попробуем. Куда? Ну на кой так сильно? Плохо. Ага. И на? Ага. Саша Арнольд, который не определился, как его зовут. Вот это зона. Я не понимаю, у меня что, сверхатакующий, что ли, стоит? Ладно, дотерпеть. Дотерпеть, пацаны, дотерпеть! А, 87-я уже. Так, что, может, и атакующий-то поставить? Раз поперло. И вот сюда. Ну, не. Хорошо. Забрали. Играй. Хорош! Чел, хорош! И дай. Вот. Ну, не, забирай! Не сюда. Выноси, 90-е, давай, одна минута добавленная. А, ну ты вынес, так вынес, ничего не скажешь. Ну так время. Все, свисти! Наконец-таки, наконец-таки я выиграл в этом матче. А, хет-трик. Да, Роберто Фирмино сделал эту игру в первом тайме. Манчестер Сити во втором попытался что-то исправить благодаря замене Стоунса. Но не получилось. Смотрим статистику. Ого! 6,3. Получше 6,3, стало. Да? Получше стало, как будто бы все. Было полтора. Было полтора, сходил потом до магазина, стал 6,3. Не, ну слушай, дикая статистика. Это второй тайм, я понял. Ну, а толку-то от этого второго тайма? Ну да, Ливерпуль победил. Да. 3-2. Самый большой коэффициент на Ливерпуль заходит по версии нашей программы. Насколько это правдиво? 3-2. Ну, матч веселый будет, вот это точно. Все равно непонятно, почему такой огромный коэффициент на Ливерпуль. Ну, борьба реально идет за первое место. То есть, ну, равные должны были быть коэффициенты. Там, ну, не знаю, 2.90 там у Сити, у Манче... Блин, у этого... Это кто? Это Ливерпуль. У Ливерпуля там, не знаю, 2.10, например. Ну, рядышком. Ну, не настолько огромный разрыв. Может быть, мы что-то не знаем. Это вопрос части. Мне тоже интересно, почему так. Только да. Из-за того, что Сити лидер, вряд ли там одну очку реально. Ну, тем лучше для тех, кто... Будем посмотреть. Да. Проще говоря, Ливерпуль 3, Манчестер Сити 2. Игорь Белоногов. Роман Плинсков. Для вас в эту программу. На следующей неделе увидимся. Пока, удачи.